Сегодня с утра мы запостили задачку про ванну. Это была первая задачка в этом турнире. И там 47%. 14 сказали минут. 20 чем-то там. 10 минут. И еще чуть поменьше сказали 7 минут. Правильный ответ здесь угадало большинство. Это 14 минут. Сейчас мы поймем, почему, что и как устроено. Когда она полная, ванна, когда полная, то у нее давит на дно вот такой столб, как воды. Там есть закон Паскаля, что давление пропорционально высоте. И вот это давление давит воду. И понятно, что вот первая часть ванны до половины, когда выливается, то давит на нее гораздо больше. А потом, когда воды меньше, давление меньше, соответственно, в целом скорость выливания должна падать. Соответственно, будет не 10 минут, а 14-20. 14-20 относится к высоте. Высота у нас какая? Высота 1,5. 1,1,2. То эти относятся как 2, а эти относятся как корень из 2 между собой. T в квадрате пропорционально h. Если высота у нас 1, ну, 1 ванная, высота ванны, и t квадрат. Допустим, высота стала равна 1,2. Тогда, чтобы t квадрат стало в 2 раза меньше, то же само t уменьшилось в корень из 2 раз. То есть из 20 – 14. А если мы хотим, допустим, взять 1/4 ванны, сколько будет выливаться по времени? То, чтобы квадрат t уменьшился в 4 раза. В 2 раза. Смотри, я говорю. В реальности, как устроена реальная ванна, и как там вытекает из нее вода, штука очень сложная. То есть она сложна тем, что мы просто не знаем, как она там устроена. Решили сделать эксперимент. Взяли джакузи, точнее ванну, и проверили.